Торты праздничные, бисквитные двухъярусные – результат кулинарных состязаний будущих кондитеров. Во вторник в Железногорске прошла областная олимпиада учащихся техникумов по профессии кондитер. Олимпиада из двух частей – теория и практика. 45 минут на компьютерное тестирование. Практическая часть – изготовление торта. На это конкурсантам дается 3 часа. Тематика, которой посвящен будет вот этот торт, это изделие, связано с годом космонавтики, связано с первым полетом в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Задание не из легких. Требует не только умения печь торты, но и фантазии. Многие участники продумывали украшения заранее. Долго мы готовились к этому конкурсу. Репетировали, как будет мой выглядеть торт на этом конкурсе. Есть мнение, что лучшие кулинары – мужчины. Евгений Котов любит готовить с детства. В этом году он заканчивает обучение, собирается работать кондитером. Ему уже знакома специфика профессии. Я находился на практике в организации города Курчатова. Я находился там 2 недели. У меня был личный мастер, и он меня обучал. Конкурс – не просто соревнование, но и первый шаг на пути к трудоустройству. В составе жюри – представители малого и среднего бизнеса области. Оценивают начинающих кулинаров и присматривают среди них будущих работников. Человек должен быть аккуратным, естественно, профессионалом большим и трудолюбивым человеком, любящим свою эту профессию, которую он овладевает. Все участники награждены дипломами и памятными призами. Победитель – курянка Елизавета Кузьмина – представит регион на Всероссийской олимпиаде. Анна Колганова, Антон Латышев, телеканал «Семь».